Вик, вы, у вас есть, я в Телеграм ваш листаю, и вы периодически выкладываете видео, когда вы просто смотрите телевизор и там как-то комментируете это. Ну, там, например, шоу Соловьева идет, и вы как будто разговариваете с ним. Есть такое, да, я не знаю. А зачем? Украинцы, с которыми мы сегодня имеем дело, к огромному сожалению. Сам рожден на этой территории, я знаю, о чем я говорю. То есть мы сегодня пришли к квинтэссенции проекта украинства как такового. Ну, то есть это хобби? Да нет. Да я не знаю даже, господи. Ну, я вообще не хочу вести никакие соцсети, не веду. Ну, что там говоришь, что ты слышишь? А я не знаю. Не, ну, там кто-то из экспертов говорит, что это там Украина, ну... и вы комментируете это, что да, типа, нет, да мы один народ, вот. А мы действительно ну, конечно, один народ. А и же? Причем удивительно, как ты это отрицаешь, хотя все твои, вот с кем ты более-менее здравые люди, все говорят, что это один народ. А Кунин тебе говорит, как ты это пробросил? Он просто говорит, да мы же один народ. Тот же Тиньков говорит, один народ. А ты это пробрасываешь. Реально мы один народ, Юр. Триединая Святая Русь. Угу. Вот это мы вот за это наша, пространство. Это идет гражданская все. Война. Пришли ребята, которые... Израиль весь за нас. И вот все, сейчас идет разделение. Мы сейчас вступаем в ту фазу, когда вот Господь между нами уже положил меч. Вот то, что происходит с Израилем и на сегодняшний день. Мир будет делиться на две. Один за Господа Иисуса Христа, другой за сатану. Вот и все, тебе надо происходит. Тоже определяться, брат. Угу. Как можно быстрее. Быстрее. Нет, а завтра может не быть ни у тебя, ни у меня. Это на самом деле. У меня был такой случай. Парень снял пошлое интервью, а потом он говорит, да, я все равно валю отсюда, из этой страны. Причем меня предупредил там оператор, он говорит, они ищут там какую-то, ну, хрень там что-то. Да какая хотят. Связь со мной в этом смысле? Нет, ну подожди. Ну, потому что, ну, ты, потому что надо принимать сказал, решение. Что ты верующий, потому что да. Строится третий храм, и третий храм и это сегодня уже зависит война. От души каждого она человека, будет, от твоей оно, тоже. Вот сейчас вся эта затея с Израилем, она происходит только из-за этого.